Здравствуйте! В эфире новости Смоленской АЭС, в студии Анна Пименова. Мы расскажем вам о важных событиях, которые происходили в жизни атомной электростанции на прошлой неделе. Смотрите сегодня в выпуске. Награждение персонала ко дню работника атомной энергетики и промышленности. Желаю социально главных детей хорошей, здоровыми. Впервые в Десногорске рождение тройни. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции обратил внимание на соблюдение особого режима безопасной и надежной эксплуатации энергоблоков и сообщил о работе атомных станций концерна «Росэнергоатом». 107,7% за текущий месяц выработка и 99,6% по году зданию ФАС. О техническом состоянии Смоленской АЭС сообщил главный инженер предприятия. В работе три энергоблока, суммарная нагрузка 3153 мегаватта. Существенных замечаний по основному оборудованию нет. Выработка электроэнергии за 17 дней октября составила 1 миллиард 188 миллионов киловатт-часов электроэнергии, что превышает плановое задание на 34 миллиона. С начала года энергоблоками Смоленской АЭС выработано 16,7 миллиарда киловатт-часов. Радиационный фон на промышленной площадке Смоленской АЭС и прилегающей территории не изменялся и соответствует естественным природным значениям. На плановом совещании с руководителями подразделений директор станции вручил награды ко дню работника атомной энергетики и промышленности. За многолетнюю добросовестную работу в атомной энергетике, большой личный вклад в обеспечение безопасной, надежной и эффективной работы атомной станции, работникам были вручены медали и грамоты. Впервые Десногорск может похвастаться тем, что у нас появилась семья, где родилось сразу трое малышей. 6 октября семья Александра и Оксаны Селютиных стала многодетной. У них родилась тройня. Два сына, которых назвали Артем и Вячеслав, и дочка Эвелина. Глава многочисленного счастливого семейства работает в ВЦМ «Смоленск», а мама – медсанчасти 135. Для всех в семье это событие стало огромной радостью, удивлением, если не сказать шоком. Профсоюз «Смоленская АЭС» не остался в стороне от важного события в жизни семьи и города. Подарки родителям малышей вручил председатель профсоюзной организации «Смоленская АЭС» Юрий Васильевич Кузнецов. Привет, наша Оксана и Александр от коллектива «Смоленской станции». От всей души поздравляю вас с событием этим. Ваша жизнь – это, в принципе, событие для города Десногорска. Не так избыла все, поднимали женщины на тройню. На демографию Бужава была хорошая. Ну и желаю, чтобы самые главные дети росли здоровыми, спокойными и много проблем не доставали. Так теперь уже будет четверо, я как понял. Да. Но нянька есть уже хорошо. Дочка на Новый год заказала Дедушке Морозу братика. Конечно, сложно, да. По-разному бывает, по-всякому. И плачем, и по-всякому бываем. Ну ничего, дай Бог. Помогает, ежик там помогает. Да, помогает бабушке, муж помогает, все помогают. Ну, мы хотим выразить благодарность администрации города нашего, администрации Смоленской АЭС, вот, администрации ЭЦМ, администрации медсанчасти, всему коллективу, в общем, этих всех организаций за оказанную помощь, поддержку. Нам кроватки подарили, нам подарили коляску, вот, нам оказали транспортные услуги, доставили нас с роддома. Как бы за все огромное спасибо. На этом наш выпуск завершен. Вы смотрели новости Смоленской АЭС. Увидимся через неделю. Хороших новостей и всего вам самого доброго. До свидания.